Кулер с артезианской водой. Чё, блядь? Ключи. Странный рисунок. Мост. Пароль от моста. Нарисованы ноты. Так, погоди. Если один это низ, два это значит три. Так, нет, секунду, не три. Это получается, так, два, три, четыре. Это получается пять, шесть, один. Зеленый чай. Ха. Для вас мой чай всегда с самого меня. А, важнее. Так, 5, 6, 1, по-моему, да? Это что такое? Фонарик. Так бери. Что за дресня? А. Это замочная скважина. Она отличается от правой. Это ты как поняла? Синий ключ. Использован синий ключ. Угу. Управление лифтом из кафе. Так, что тут у нас? Шикарно. Это у нас там, где, по-моему, и зашла Ая. Это где сидел мент, и его там нет. О, это Руперт. Руперт. Это спецназовец. Значит, кто-то выжил. Ну, что он там делает? Его, кстати, он делает вот там какую-то грязь, которую я вам покажу. Это крыша. А это, по-моему, подъем, вот этот, который мы открыли. Неважно. О, блядь. Я уже испугался. Я пойду дверь сейчас открою, да? А можно просто открыть и не входить? Можно открыть дверь. С той стороны дверь открыта. Нельзя. Это тебе не Resident Evil, сынок. Так, а вообще давай посмотрим на карту. Фонтан. Это я, значит, могу на развилку уйти. Хотя я мог и там пройти. Наблюдательный пункт, лифтовый холл. О, подожди. Что за совет? Нужно найти Руперта и сказать, что помощи не будет. Отлично. А раз помощи не будет, можно вообще ему ничего не говорить. Фонтан Посейдона. А теперь понятно, почему кафе называется. Я забыл, как оно называется. Ну что-то в той теме, короче. Так, а это можно открыть? Бля, оно и было открыто. А, не, подожди, мне сюда и надо было. Все в порядке. Вот эти вы, падлы. Ой, критую. Это в спину, что ли? Перезаряжай. Тютелька в тютельку. А он один был? Кто-то проколол его полимерный жилет и выпотрошил бедолагу. Невероятная сила.
Невероятно. Рядом с ним что-то есть. Пенициллин. Мародер. Совсем молодой. Как жаль, что его жизнь закончилась вот так. Да. Но это необходимо тыкаться по несколько раз. Ой. Графен. Ух ты, там дверь какая-то. Туда не попасть. Привет. Держи. Даже не вспотел. О, еще колу. А я налей колу, все будет лучше. Обещаю. Ой, подожди. Бля. Доска объявления, а что дальше не успел прочитать? Похоже, владелец планировал организовать мюзикл. В нем теперь он отменен. Как жаль. Объявление о мюзикле. Кстати, да, начиналась-то первая часть, по-моему, с какого-то театрального представления. Торговый автомат. Не торговый автомат, а автомат торговли божественной водой. Ебаные текстуры. Хотелось бы знаться, у него нет пульса. Жаль. Бронежилет практически не повреждён. Ух, мародер. Прости, я одолжу его. Ты же говорил, что ты не любишь. Так. Нет, подожди, значит, это не важно. Значит, это предметы. Пуленепробиваемый жилет спецназовца с аптечкой. Быстрое прицеливание. Восстановление. ЗДР. Здоровье 50, а карманы 7. А это типа оно само хилит? Да, угадаю, меня его отнимут потом. Так, давай патроны. Нам нужен навигатор. Дубиночка. Ну ладно, давай на всякий случай. Так, бензин восстанавливает здоровье, капсула с обезболивающим, питательный тоник, это, по-моему... А, нет, это много здоровья, это полный хил. Давай, бензин один. Ну, пусть будет. Стимулятор восстанавливает функции нервной системы, лечит безмолвие, ярость, смятение. Антибактериальный препарат лечит слепоту, паралич и отравление. Ну ладно, пока так оставим. Подожди, что-нибудь еще есть? У него сломан позвоночник. Похоже, на него напали сзади. Напали гражданские, которым он пытался помочь. Че? Я уже чем не могу помочь? Почему гражданские? Как они ему хребет сломали? Хера себе гражданский. О, болванчики. Сколько я помню. Да, сюда я не попаду. По-моему, пора теряться. Теряйся, 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 теряйся. Нет, не достаю. Ой-ой, уйди от меня. Уйди от меня, противный. Долго ты же. Надо за патроном сходить. О, цели.
Пади. Пади молодой. Его браслет разорван. Я начинаю волноваться. Пистолет, пулемет. Прости, я должен это. Прости, не прости. И наблюдает красный лист. Или это такое? Да возьми, проверь, блин. Он погиб. Как герой. Откуда ты знаешь? Ладно. Ну, в принципе, пушку нам дал. Батарейка 50. То есть это 50 ослепляющих зарядов. Хика. Только не помню, на что. На R2? Не с места, ФБР. Хуяси. А чё он испугался, кстати? Руперт, ты ранен? Да ладно. Не волнуйся обо мне. Кто это был? Я хотел задать тот же вопрос. Этот гад спрыгнул на меня с потолка. Ты вызвала подмогу? Ее не будет, так как все наши на заданиях. Ну тогда... Думаю, тебе нужно догнать этого типа. Согласна. А я не согласен. А я. Будь осторожен. У меня плохое предчувствие. Тогда может не стоит ее одного пускать на этого педрилу? Кто-то обронил ключ. Может быть, тот тип? Красный ключ. Руперт! Иди, я догоню тебя позже. Эх. Тарган? Или нет? Книга скорби. В большинстве случаев паразиты... Не знаю, что зависит от кого-то. Кафавин. Хм. Цветы похожи на настоящие, если они, конечно, искусственные. Так, а тут быстрого разворота тоже нет. А паразиты выделяются умением находить подходящих носителей. Эссаджита. Паразиты распространяются и размножаются. Сейнгер. Паразиты следуют основным потребностям и поэтому процветают. Робертс. Паразиты живут колониями, если их носитель умирает, они едят друг друга. Морган. Это о никаких паразитах имеет в виду. Паразиты не убивают напрямую. Тем не менее, смерть носителя неизбежна. Молчков. Это не промысел природы, что паразитов больше, чем их носителей. Васкуэс. Васкуэс. Слабый паразит умирает в слабых носителях, обеспечивая взаимную смерть. Цао. Какой интересный и жуткий манускрипт. Забирать его с собой смысла нет. Это вообще что за дресня сейчас была? Так, мне, по-моему, в другую сторону. Это Нагиде? Чё? Чё за Нагиде? Выловить их всех уже невозможно. Такими темпами Лос-Анджелес станет вторым, кажется, этим. Понял, сэр. Мы уничтожим все доказательства. Им не сможет помешать, сэр. Девятый устроит диверсию. А, так этот педрила еще и с ним.
То есть это вообще не спецназовец. Я думал, просто крыса. А он типа... Короче, с этим, длиннорукий. Макак. И сейчас я вам покажу то, из-за чего у меня горела жопка. Здесь стоит бюст владельца здания. На табличке надменно выгравированы его достижения в кинетике. Уверен, что он не провел даже половину исследований, которые приписывает себе. В общем, это неприятно. Кто-то установил здесь бомбу. Подожди, там был нарисован этот? А что если она за растяжкой? Вот, смотрите, я один раз нажал, типа... Кто-то здесь устроил бомбу. Чё, блядь, мне еще нужно от этой бомбы? Бомба и бомба, все, надо валить отсюда, теряю кал. Я нажимаю второй раз, она говорит про растяжку. Здесь установлена бомба. Я не знаю, как ее обезвредить. Там может плохо кончиться. Так, погоди, что-то не то. А, вот она, карта. Видимо, дверь закрыта. На земле что-то есть, бля. Я не смог ее взять в прошлый раз. Получена черная карта. А она очень нужна будет. На самом деле, я думал, дадут ее после того, как я прочитаю про бомбу. Вот, черная карта. Пластиковая карта с похожим на два изогнутых икса логотипом. Карта, которая бронил спецназовец, по-моему, там было написано. Не открывается. Надо бежать, роняя кал. Ой. Что-то я не очень хочу с вами драться. Поэтому давайте это спишемся. А может и созвонимся. Да плевать, что минус 10. Хотя на самом деле, у меня, по-моему, есть способности мои, да? Ой. А. Че ты? Я не знаю, как контролировать это. Там, по-моему, кажется, следующее больше. Ай, ёб твою мать. Короче, хрен это как стрелять с этой пуколки. Я забыл, что я хотел сказать. А, я хотел пирокинез у меня. Ага, не то хуй. Пирокинез это не то, нам нужно лечение. Так, а потом мне нужен будет, кстати, метаболизм. А сколько он стоит? Ух. Пятихатку стоит, это много. Не, подожди, не усилить. А как мне его применить? А, это ж где-то здесь точно. А, и почти фуловый. А я знаю пароль. Здесь находится какая-то панель управления. 561 там, да, ну, по-моему. Или 651. Думаю, так можно ввести код. 6-5-1. Нет, значит 5-6-1. 5-6-1. Изи. Да, рыбки кусаются. А, ну да. Опыт можно пофармить. Так, у меня заканчиваются патроны.
А где мой этот? А, 230 это, видимо, то, за что я должен фармить очки. Качать. Митохондрию, во. Бля, сложно. Внимание. Электростанция. Я же говорю, макака. Стой, он все еще жив. Так, давай добьем. Получим очков. Найди на предмет. Бинсай, забирай. Бомба. И она активна. Насколько я знаю, мне нужно вернуться. А зачем, не помню. Вертодром. Я знаю, зачем мне надо вернуться. Телефон для экстренных вызовов. Ну, с ним можно позвонить в кемп. В принципе, мы здесь можем закончить, но это не наш метод. Не волнуйся. Вас берет полицейский вертолет. Агент Брэй, ты должна поймать того типа. Так, давай сохранимся, сейчас вернемся, потому что патронов у меня мало. И надо воткнуть тот ключ. А зачем его воткнуть? Я покажу. И стенка переведена. Ой. Блин, музыка поменялась. Как бы меня пустили бы сейчас. Там же не будет врагов, правда? А ну. Ой, блин. Кто-то установил бомбу здесь. А сваливать то этот кто-то сам как будет. Блин, везде мобы, короче. И как быть? Это мне, значит, надо вернуться к фонтану. Нет, мне надо сначала зайти в атриум. Взять патронов. Вернуться к фонтану. И он в ту маленькую жопу зайти. Активировать фонтан. И забрать там ништяк. Потому что он мне очень поможет. Главное, чтобы у меня патроны раньше не кончились, кстати. Ой. Простите. А, на вас не работает. Я понял. А тебе типа пофиг, да? Нет, ему не пофиг. Ой, ёб твою мать. У меня вся жизнь перед глазами понеслась, блядь. Засранец. Найденный предмет. Патрон 9 миллиметров, подожди. А, там, по-моему, бронебойный, да? Гидра. Экспансивные пули деятельности, увеличивающим урон мягким наконечником. Это, кстати... Блин, если я его заряжу, то потом я не смогу вообще перезарядиться. Хотя, ну короче, сейчас будем 4. Можно одну обойму зарядить, экспансивка. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Шмальни с этой фигни! Я ж, блядь, миллиард раз нажимаю. Тут вся проблема. Это в кривущем управлении. Кстати, да, я могу хильнуть уже. Просто чтобы было фулл хп, потому что ЭМ, по-моему, восстанавливается при удачных драках. Ну, вернее, боях. Ну, заходи.
Я вижу, это кривущая карта, ну не, огрех эмуляции. На PlayStation, насколько я помню, такого не было. Так. Мне теперь обратно. И вставить ключ. Выходи. Я вообще думал, тут что кто-то тут будет. Но, видимо, тут кто-то будет только после того, как я выключу фонтан. Но... Да, карта кривущая, конечно. Ох, ёб твою мать. Привет. И понял. Как по немцам 45-м. Бля. Бля, что ж такие деревянные. Только похилился. Ну ладно, в принципе, 9. 9 это не проблема. А, точно, у меня же бронежилет хилит. Нормально, нормально. Да какой нахрен осмотр? Вот бы у меня так слив в ванной работал. Опа, я не помню вот этого вот. Это типа она смотрит назад? А, это он типа не работает. Это отражение. Кажется, здесь кто-то поработал. А я чуть штаны не наложил, если честно. Думал, сейчас кто-нибудь зайдет. Тогда я точно положил. Ключи. Почему я хочу ключи прочитать, блядь? Как так-то, блядь? Это, блядь, что такое? А? Бля. Сука, перезарядись, овца! Деревянная, блядь. Она это долго делает. Блин, надо было использовать гранат. Граната — это хорошо. Наверное, знаете, что... Ну-ка, митохондрия мне хватает. О, мне хватает на метаболизм. Хорошо, мне пригодится. И не будем использовать... Буду использовать вот это. Не буду использовать наши... Силы, короче, они нам понадобятся. Файт. Фонтан лежит спецназовец. Похоже, его оружие в хорошем состоянии. Как ты его, блять, оттуда достал? А, подожди. Он типа не настолько глубокий. Предмет. Так, мне нужно взять его в руки. Потому что у этой игры есть очень веселый баг. Нет, подожди, перцовый баллончик, GPS-навигатор, пора было. Полицейская дубинка, давай полицейскую дубинку заметим. Хорошо, она нам не нужна. На вот это вот. Нет, подожди. Оп. Так, а у меня всего 4 гранаты? Не густо. Так, но его мы перезарядили, поэтому можно менять на
пистолет. А вот гидру, я думаю, надо зарядить в наш чудо-пистолет. Давай пока что. Нет, погоди, 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 погоди. Да, пока парабеллу. А потом гидры будем баловаться. Да, блядь, что такое? Да идите в пизду. Они просто очень толстые. На них только патрон тратить. И хп. В смысле вам посрать? Вам не должно быть посрать. Как по немцам, блядь. О, еще гидры. Не, бля. Теперь это... Теперь гидры, по-моему, придется ложить в инвентарь. Ой, скрипит. О-о-о. Это нехорошо. Блядь. Ну ты серьезно? Обойму. Почти обойму выдерживали. А, пердец. А, там еще четвертый. Пиздарики на воздушном шарике. Ну, вы мне должны очень много очков подкинуть. 20. А ну-ка. А, нихуя себе, 1700. 1200. Снижение урона, физические повреждения, повышение кинетической и энергетической способности пули. Мало взрыв. Шаровая молния. Может, такое что-нибудь взять? Снижение урона от физических повреждений, повышение... По-моему, я брал антитело. Ну, лишним не будет. Ну, сейчас босс-файт. Поэтому вдвойне лишним не будет. Нет, не митохондрия. Предметы. Блять, опять не то. Положи-ка мне сюда гидро. И надо зарядить гидро. Вот так вот. Шикарно. Я надеюсь, я сейчас не подохну, потому что управление будет веселое. Знали бы вы, как у меня горело на последнем боссе? Неважно, как ты это сделаешь. Просто поймай его. Пидрила, блядь. Пойди и поймай. Я посмотрю, как ты штаны нагадишь. И, наверное... Так, погоди. Вот это чуть не проебался, кстати. Ты вот эту дресню замени на гранатомет. Подожди. Так, гранатомет у меня заряжен, правильно? И теперь возьми гранатомет. У меня появился. Да, и он у меня заряжен парабеллум. Все нормально. Я вот не помню, там... Короче, разберемся. Еще я это...
высоковольтный кабель. Наверное, надо все-таки блять, почему я вечно хочу? Надо вместо вот этой дресни поставить что-нибудь более продуктивное. Так, что у нас? Лечит слепоту, пролечит отравление, но это ладно, восстановит много здоровья. А еще нет, что восстановит мне ману. Слепота. Косяк. Ну ладно, пускай будет здоровье. Лишним не будет. Потому что накидывать мне сейчас будут. Кабель и поврежденная труба. Олив остановился наверху. Управление деревянное, блять. Такое. Поиграем в вопрос-ответ, да? Ладно, я охотник, такой же, как ты. Теперь моя очередь. Угадай, а что это за штука? Причина для твоего ареста? Твоя жизнь, девочка. Бери ее, если сможешь. Бля, давай не будем. Разряжай! Бля, теряйся! Так, я не вижу. Блять. Ай. Я в говне. Так, это я нарочно. У меня нет патронов! Вот этот я не нарочно, блять. Потому что мне сейчас настанет кирдык. Мне нужен метаболизм. Я не успел метаболизм применить. Ты серьезно? Блять, ну давай быстрее. Короче, я в говне. Перезарядись, мать твою! Это пиздец. Я не попал. Серьезно. Это просто пиздец. По-моему, даже драться особо это и не надо. Надо просто шмальнуть в эту штуку. Бля! Я его не вижу. Нет, 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 нет. Бля! Давай, перезаряжайся. Фу, я думал, я сейчас сольюсь нахер. Неплохо для федерала. Хочешь еще? Не хочу.
Закончим наверху. О, 500. 3000. Неплохо. Понес наверх? Не стоит, не стоит. Бля, может его сейчас сохранится? Хватит игр, бросай эту штуку. Сейчас. Бля, такой тупняк. Боишься застрелить меня, да? Время вышло, девочка. Ой. Стой. Ай, куда он делся? Ты, блядь, что, не видел, что ли? Прыгнул в другое здание. Что? Ну это же невозможно. Что это у тебя в руке? Оно лежало здесь, на полу. Прикольно, лифт торчит. По-моему, это детонатор. Шо? Можешь обезвредить бомбы? Смеешься, да? Эй, ты что-то нажал? Не смотрю на меня так. Видимо, у кого-то был другой детонатор. Нужно сваливать отсюда. Расслабься, вертолет уже в пути. Если он, конечно, успеет. Еще чуть-чуть, и мы бы превратились в джилл-сэндвич. Лос-Анджелес, центр Ким. 1.44, 5 сентября 2000 года. Эрик Болдуин. И папка торчит. Вы двое хорошо поработали. Да так себе. Что-нибудь еще? Звучит как наезд. Да, в общем... Вот, взгляните на это. Бля, давай быстрее, ёбаный в рот. Как работник Макдональдс. Инопланетное вторжение, эксклюзив. Пришельцы сожрали мои спагетти. Заебись. Мутация крупного рогатого скота. Массовое что-то там. И эти заметки, это... Я отправляюсь охотиться на НЛО? Не исключено. Но вскрытие останков той коровы показало дегенерацию клеток. Агент Брей, думаю, ты знаешь, что это значит. Неометохондриальные существа, блядь, как тяжело это выглядит. Обладают хорошим аппетитом из-за невероятно высокой... скорости метаболизма. И нам предстоит научить их манерам поведения за столом. Верно. А необходимые документы в этой папке. Бля, прочти вслух, а. Ордер на обыск от Ким. Особый ордер на обыск от ФБР. С ним агенты Ким помогут осуществлять широкий спектр мероприятий во время чрезвычайных ситуаций. Фото останков зверя. Фотография какого-то
мертвого животного, длиной около 4,5 метров. Справа стоит человек с оружием. С ружьем. А задний план расфокусирован, из-за чего сложно определить место, где сделано фото. Однако похоже, что это пустынный регион. Инструкция. Общество не знает о существовании NMC, а операция... Как тут мент знал? NMC, а операция агентства Кимп и их последствия предоставляются... представляется публике как розыск преступников или взрывы природного газа. Данное задание представляется как розыск серийного убийцы. А, чё, и всё? Бля, я приготовился читать. Карта исследуемой области в пустыне Мохаве. Драйфилд. Окружен безлюдной холмистой местностью и плоскогорьями. Да, я думал, будет пополезнее инфа. Надеюсь, мне придется отстреливать... Мне придется отстреливать этих гигантских кактусов. А, я не говорю чепухи. А шо насчет Акрополиса, сэр? А шо? Хохол внутри меня негодует. Я отправлю на зачистку другую группу. Лучше позаботься о скорейшем восстановлении своей руки. Есть, сэр. Генбрей, ты получила задание? Это все. Валец. Эй, а, я угадал. Что, блядь, пишешь, что тебе нужно? Ого, ты так лишь из-за нового задания? А ты бы не злился? Ух, ладно. У меня для тебя отличные новости. Я откопал кое-что найденное тобой... импланте. ФБР. Так, выкладывай, Пирс. Это микропередатчик, последнее слово техники. Кто-то мог управлять... тем монстром в башне. Теми монстрами в башне. Что? Домашним скотом? А если задуматься, на них даже были именные метки. Ночь коров-убийц? А если серьезно, зачем кому-то отличать этих монстров? Какой в этом смысл? Я знаю об этом не больше тебя. Все, что мне известно, так это то, что я еду в пустыню. Наверное. Кстати, о пустыне. Я нашел крупинки песка на импланте. На имплантате. Песка. Я провел более глубокий анализ. Я знал, что он из пустыни Мохаве. Ты шутишь? Мы находили NMC по всей Америке. Кроме засушливых регионов. Мы думали, что они не переносят жиру. Однако наличие песка и на импланте может опровергнуть... Блять, не успеваю. Ты имеешь в виду, моя поездка в пустыне может быть связана с событиями в Акрополисе? Скорее всего. Да они тут тупят, блядь. Так что взбодрись, Ая. Тут опять то быстро, блядь, это все делают. Пирс. Спасибо за информацию. Аригато. Так, блядь. Мне бы на самом сохраниться и заканчивать, потому что... Ну, эту карту... А, я вот там могу сохраниться. Я сейчас пойду сохранюсь. А думать уже, что покупать буду в следующий раз, потому что время уже дофига. Нашли, блядь, я телефон поставить. А побежу я на проезжую часть. Телефон с проводником. Ух ты. Что? Ты все еще здесь? Генбрей, ты уже должна быть на месте. Да иди ты нахуй. Ладно, будем заканчивать. Будем продолжать тогда в следующий раз. Всем спасибо, кто смотрел. Пока.